Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами делать мастер-класс елочки. Новый год у нас не за горами, совсем рядом, поэтому будем делать елочки на елку. Вот такие приблизительно елочки у нас получится. Смотрите, какие разные. Вот такая, такая. Но мы будем делать, скорее всего, вот такую. У нас зеленые нитки. Вот, я вам показала. Так, теперь нам потребуется линейка, карандаш, небольшой кусочек картона, ножницы, желательно и большие, и маленькие, нам нужны обязательно такие маникюрные, палочки от мороженого, можно разные, большая палочка будет для более пушистой елочки, а маленькая для более такой миниатюрной, скажем, нитки и фурнитура нам потребуется, это бусы всякие разные, вот эти. И обязательно клей-пистолет. Чем мы будем клеить? Ну вот, пожалуй, все. Приступим. Берем кусочек картона, нам потребуется небольшой. И у нас будет елочка примерно 9 сантиметров высотой. Мы чертим такой перпендикуляр. Отмеряем 9 сантиметров вверху. И ширина у нас будет 7 сантиметров, это значит 3,5 сюда, 3,5 в другую сторону. Теперь эти точки мы соединим. Вы можете взять не обязательно такой размер, вы можете сделать побольше елочку, поменьше. Какая вам понравится. Может, вам нужна именно большая елка. Вот так вот у нас получилось примерно. Теперь мы это вырезаем все. Вот такая заготовочка у нас получилась. Следующий этап нашей работы – это будет наматывание нитки на вот такую палочку. От мороженого. Можно от мороженого взять, можно какая-нибудь другая такая плоская тоненькая палочка. Начинаем. Берем вот так вот и наматываем до самого конца. Если у вас получится пропуски, ничего страшного, мы потом вот так вот возьмем и сдвинем. Сколько мотать? Мы мотаем столько, сколько у нас елочка шириной. Так, мы померяем. Как раз, как раз. Так, теперь отрезаем кусочек этот. Клеим пистолет, приклеиваем, чтобы он не разошелся. Вот. Вот так вот у нас получилось. И теперь мы приклеиваем, берем ребро нашей палочки, клеим его и приклеиваем ребро нашей елочки. Вот так вот приклеиваем, подождем чуть-чуть. Приклеится, ничего страшного. Теперь берем маленькие ножницы, для чего нам ножницы были маленькие нужны, и аккуратно разрезаем. Пушистая елочка. Чем меньше ножнички, тем удобнее резать. Вот так у нас получилось. Теперь ряд за рядом до самой верхушечки мы тоже точно так же все будем дальше делать. Ну вот, одну сторону мы сотворили. Теперь точно так же мы будем делать обратную сторону. Вот у нас получилась вот такая елочка.
с двух сторон. И теперь мы приступим к декорированию. И мы сначала делаем верхушечку. Вот такая вот штуковина у меня есть. Это от обычной елочной игрушки. Можете взять, которая у вас старенькая или ненужная. Или же вот как здесь приклеить снежинку или еще что-нибудь, даже те же бусины. И обычной ленточкой украсить, чтобы она висела на елке. Так, ну что, сейчас мы приклеим. Здесь можно попуще, потому что он туда уйдет. Подождем чуть-чуть. Вот, видите, у нас елка готова. Теперь приступаем к нашему декорированию. У меня есть вот такие бусы. У нас получились. И сейчас еще приклеим какие-нибудь стразики. Получится у нас фонарей. Так, ну я выберу, наверное, вот такие вот. Вы можете как-нибудь и бусы, и пуговки приклеить. Что у вас есть? Ну вот, вот такая елочка у нас получилась, двухсторонняя. Можете повесить ее куда угодно, не только на елку. Можете в качестве подарка презентовать. Ну и хочу вам пожелать в новом году, конечно же, здоровья, счастья, успехов и в творчестве. И всего самого-самого хорошего и доброго, что вам будет в следующем году.